Алоха, мир! Я Наташа, ты на канале «Делай тело», и сегодня мы с тобой выполняем простую 10-минутную растяжку для мышц нашей спины. Если ты много работаешь за компьютером, сидишь или просто чувствуешь, что мышцы твоей спины напряжены, эта растяжка как раз для тебя. Ну что, вы готовы? Поехали! Перед началом нашей растяжки сядь на пол и максимально выпрями спину. Оперевшись пальцами сзади в пол, мягкими движениями выталкивай грудь максимально вперед, а затем вытяни прямые руки перед собой в замке, максимально округлив спину назад. Выгибая спину, сделай глубокий вдох, а округляя – выдох. При выталкивании груди своди лопатки между собой, как бы оттягивая плечи от ушей. Старайся на несколько секунд задержаться в обеих позах, таким образом лучше пробуждая мышцы. Сконцентрируйся на движении и дыхании. Для следующего упражнения заведи руки за голову и подними локти вверх. На вдохе чуть отводи локти назад, делая небольшую пульсацию. На выдохе опустись вниз, округли спину и мягко как бы потяни голову вниз, потихоньку растягивая мышцы шеи. При опускании головы вниз, если получается, постарайся свести локти друг с другом. Во время этой растяжки не делай резких движений, а мягко обращайся со своим телом, чувствуя мышцы. Следующее упражнение – наклоны в бок. Сначала поработаем левой рукой, выпрямив при этом правую на противоположное колено. Наклоняйся максимально мягко, растягивая мышцы боковой стороны корпуса и при этом держа спину прямой. Выполняя небольшие комфортные пульсации, стараясь потянуться рукой как можно дальше. Повтори то же самое правой рукой. При наклоне старайся чуть раскрыть плечи и направить грудь к потолку. Сейчас раскрой руки ладонями вперед как можно шире, сделай двойную пульсацию, а затем вытянись вперед, держа руки в замке и округляя спину. При раскрытии рук держи спину прямой и своди лопатки. В этом упражнении мы тоже делаем вдох при раскрытии рук и выдох при округлении спины. Теперь вытяни руки вверх, представь, что ты берешь в ладони палку и опускаешь ее за голову, выполняя тройную пульсацию. Затем хорошенько потянись вверх, при этом держа спину максимально ровно. Постарайся прочувствовать каждое движение и действительно насладиться им. Для следующего упражнения положи одну прямую руку на другую, согни их в локтях вверх и попробуй дотронуться одной ладошкой до другой. Задержись в этой позиции, чувствуя, как растягивается верхняя часть спины.
Если тебе комфортно, также можешь плавно сделать движение вверх и вниз. Расправь при этом плечи, не сутулься и смотри вперед. Сохраняй дыхание спокойным и постарайся полностью расслабиться. А теперь заведи руки за спину и сомкни их внизу в замок. Сведи лопатки, расправь плечи и грудь. Задержись в такой позиции. Если комфортно, можешь сделать вращение головой или легкие движения руками вверх, вниз или в стороны для повышения мобильности спины и плечевого пояса. Встань на четвереньки, заведи левую руку вверх, а затем проведи ее внизу через корпус, пока голова не коснется пола, как будто вдеваешь нитку в иголку. Старайся положить левую руку максимально параллельно полу. Эта растяжка снимает напряжение в верхней части спины и между лопатками. Повтори то же самое на правую руку. Также ты можешь выполнять это упражнение статично, просто задержавшись в нижней позиции. Оставайся на четвереньках. Медленно округли спину, опуская голову вниз. Задержись так на пару секунд, а затем прогни спину, опуская живот к полу и поднимая голову вверх. Упражнение «Кошка» отлично разогреет твой позвоночник, улучшит гибкость спины, шеи и плеч. А теперь присядь на пятки и максимально вытяни прямые руки вперед ладошками вниз. Через пару секунд сделай выход на прямые руки, чуть подняв голову вверх. В позе кобры старайся опустить бедра на пол. В позе ребенка прочувствуй, что чем дальше вперед ты отводишь ладони, тем лучше тянутся мышцы спины. Контролируй свои движения, делай плавно, без рывков и дискомфорта. Из позы на четвереньках начинай постепенно шагать руками вперед, плавно опуская корпус вниз. Хорошо вытянись от пальцев рук до таза. Следи, чтобы бедра были перпендикулярно полу, а в коленях был угол 90 градусов. Дыши спокойно и глубоко, давая всему телу расслабиться. Перейди на живот, вытяни ноги, почти соединив стопы, а затем согни руки, поставив локти под плечи. На очередном вдохе
Мягко вытолкни грудь вперед, отводя плечи назад и вниз, при этом соединяя лопатки. Эта поза поможет сделать позвоночник гибче, укрепить мышцы спины и, следовательно, улучшить осанку. Если комфортно, можешь плавно перейти в позу кобры на вытянутых руках. Три, два, один. Поздравляю тебя с успешным выполнением этой экспресс-растяжки для спины. Если тебе понравилось это видео и чтобы не пропустить новые экспресс-тренировки, ставь лайк и подписывайся на канал.